родился здесь, в Зенигороде, в Одинцовском районе, в деревне Игунино. Учился тоже здесь, вторая школа, потом Савинская школа. Закончил юридический колледж. По образованию я юрист-правовед, а потом служил в милиции, в органах внутренних дел. Закончил службу Федеральной службы Росгвардии. Сейчас занимаюсь общественной деятельностью. Член общественной палаты городского округа Одинцово, как раз комиссия по ветеранам, спорту. Ну, я занимаюсь еще православным туризмом. Но я уже в районе 10 лет паломнической службы казачьей. Я являюсь руководителем. Вот, недавно получили тоже сертификат от владыки. Ездим по всей России, по монастырям, храмам. Возим наших бабушек. С апреля месяца возим гуманитарный груз. Мы что-то начали сначала с нашего военного санатория, да, там костыли, коляски. И потом начали возить медикаменты в полевые госпиталя Луганск, Стаханов, Первомайский. А сейчас мы возим уже каждую неделю. Сам служил и понимаю, что это такое. То, что сейчас реально ребятам нужна поддержка. И чем мы больше будем помогать, тем быстрее будет победа, наверное. Своих бросать нельзя, наверное. Вот это чувство патриотизма, да, когда мы росли в Советском Союзе. И у нас был брат за брата. Сейчас мы везем теплые вещи, медикаменты, перевязочные, да, средства, генератор, теплопушка. После 15 числа планируем туда съездить еще и с Дедушкой Морозом. Поздравить военнослужащих в госпиталях, в полевых госпиталях, привезти им подарки. Чувство выполнил долго, наверное. Пока ребята там защищаются, тебе вот эту поддержку оказать. Вот эту благодарность услышать, это очень много стоит.